В спартакиаде для людей серебряного возраста Галина Васильевна принимает участие второй год. Пенсионерке 80 лет. В прошлом году она заняла третье место в соревнованиях по настольному теннису. Галина Васильевна признается, не пропускает ни одного городского события. В свободное время я люблю бегать по всем мероприятиям. Особенно вот устраивать для нас, для пенсионеров, бесплатные мероприятия в клубах, в библиотеках. Я особенно люблю музыку, потому что музыка лечит все болячки. Ну, то есть вы вообще светская львица, да? Ну, я там не развожу ни с кем, конечно. Львица, она должна чем-то там. А я слушаю, наслаждаюсь. Мне то, что это интересно. Я люблю жить. Я всему восхищаюсь в этой жизни. Как устроено, удивительно. На спартакиаду съезжаются пенсионеры изо всех районов Самары. Возраст самых младших участников – 70 лет, самых взрослых – 85. Все они члены ветеранских организаций города. И все, кто входит в эту городскую организацию самарскую, все 90 человек, которые прибыли, это наш ветеранский олимпийский резерв. Дело в том, что эти соревнования проводятся не просто так, а для того, чтобы подшлифовать свой непобедимый русский характер. И это дает возможность людям еще проявить мужество, отвагу, доблесть и верность своему делу. Помимо привычных мини-гольфа, настольного тенниса и дартса, сегодня участникам предложили попробовать свои силы в игре «Нувус». Это что-то вроде компактного бильярда, а также сыграть в корнхолл. Суть этой игры заключается в том, чтобы попасть холщовым мешочком, набитым кукурузными зернами, в отверстие на скользкой доске. Мужчины и женщины в каждом виде спорта соревновались отдельно. По итогам в каждом направлении выбрали по 3 победителя, которым вручили дипломы и кубки. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.